Вовремя отдать пас партнеру, получить пас в ответ и ударить по воротам. Даже если ты игрок дворовой команды, у тебя есть шанс раскрыть свой потенциал. В поселке Мехзавод Красноглинского района стартовал районный этап областного футбольного турнира «Лето с футбольным мячом». В этом году соревнования будут такими же масштабными, как и в предыдущие годы. Он уже 13-й год проходит на территории нашей области. И, как видите, с каждым годом любителей непосредственно вот этого турнира становится все больше и больше. Дети, то есть, активно участвуют. Чтобы мотивировать участников, на открытие привезли Кубок Национальной футбольной лиги. Ребята у нас ждали этого открытия, у нас это проводится ежегодно. У нас сегодня вообще тут чудеса происходят. Вы видите, что у нас сегодня здесь стоит кубок, который наша команда в этом году завоевала, благодаря чему вышли в премьер-лигу. Но победа – это не самое главное. Основная цель проекта – приобщить детей и подростков к здоровому образу жизни. Я уже где-то 8 лет занимаюсь, потому что мне самому нравится футбол играть, мне так и самому нравится. Мы сильнее всех, мы лучше играем, мы очень хорошо играем. Следующий этап соревнований – городской. Он пройдет с 23 по 24 июля. Ольга Хамракулова, Константин Головин. События.